Приветствую вас, друзья и партнеры, а также кандидаты в партнеры скоростной стратегии заработка. В этом видео я расскажу вам, что такое краудфандинг, откуда берутся деньги на столь солидные выплаты партнерам секретной скоростной стратегии. Сообщество сетевиков выработало на основе маркетинг-плана компании OnMark Limited, в частности проекта Primers, скоростную стратегию заработка. Все мы с вами знаем, какое огромное количество сегодня существует на рынке сетевых компаний. Компании стали подразделяться на компании с продуктом. Это баночки, скляночки, одежда и недвижимость. В частности, Primers относится к данной категории компаний. У проекта Primers и компании OnMark Limited свой продукт – это торговля недвижимостью за рубежом. Также появились компании, которые продвигают в качестве сетевого маркетинга свои IT-продукты, а также есть компании, которые работают без продукта, но основаны тоже по принципу сетевого маркетинга, имеют матричные проекты. В частности, Primers имеет как раз матричный проект, но имеет еще и свой продукт. Напоминаю, это торговля недвижимостью в Таиланде. Компанию сопровождают солидные инвесторы из Германии. Так вот, если мы посмотрим на маркетинг-план любой компании, мы всегда увидим движение партнеров по данному маркетинг-плану. В Primers, кто входит и приходит на компанию, заходит с матрицы «Старт». Это предварительные матрицы стоимостью 50 рублей. Мы же сообщество сетевиков, поэтому мы не заходим на дешевые матрицы. Мы начинаем свое движение с матрицы номер 2. Входим двумя аккаунтами по 1000 рублей. Что придает скорость нашему движению? Выход с каждой матрицы составляет 4000 рублей. Мы их объединяем 4 плюс 4, перепрыгиваем через матрицу 3. Заходим сразу на красную дорожку матрицы номер 4, где выход составляет 32 тысячи рублей, из которых 12 снимаем, 20 система блокирует для перехода в пятую матрицу. Далее выход идет 70 тысяч, мы снимаем 20, 50 ставим в шестую матрицу. Так вот, классическое деление матрицы, принцип построения здесь сети по принципу краудфандинга приводит к быстрому движению. Ну и плюс выработанная скоростная стратегия. Что же такое краудфандинг? Краудфандинг – это не просто финансирование, это причастность людей к проекту, это вовлечение людей в реализацию проекта. Другими словами, это модель финансирования социальных и общественных инициативных проектов, основанная на идее группового инвестирования, когда проект поддерживает большое количество людей, чаще всего через интернет. В частности, в секретной скоростной стратегии заработка потерять вот эти вот 2000 их невозможно. Почему? Напоминаю, что у нас управляемые матрицы плюс классическое деление матриц и система краудфандинга подразумевает о том, что наши партнеры в любом случае эти деньги не теряют, а приобретают доход в разы больше. Так вот, здесь важно определиться, какой вы партнер, активный или неактивный. Активный партнер, зайдя двумя кабинетами на матрицу номер 2, внеся 2000 рублей, всегда поделится информацией со своими родными, близкими и знакомыми и пригласит в дорогу к 8 миллионам, а конечная цель здесь получение 8 миллионов, 8 миллионов чистыми на руки, пригласит в дорогу двух своих спутников. Те, в свою очередь, повторят действия наставника и пригласят тоже по 2 человека. И выстраивая вот такую цепочку, выстраивая партнерскую сеть, когда наставник двигается, за ним идет команда. Команда идет следом за своим наставником. Что касается неактивного партнера. Неактивный партнер, он тоже будет двигаться, но дойдет он только до 7-й матрицы. И дойдет с помощью команды. Неактивные партнеры стоят в очереди и ждут, когда наставник расставит под них свободных партнеров в качестве помощи
от команды и наставника, но в порядке очереди. Поэтому очередь может двигаться гораздо медленнее. Так вот, неактивный партнер что зарабатывает? Чистыми 12 тысяч по выходу из четвертой матрицы, 20 по выходу из пятой. И если его наставник поставил в шестую матрицу, он ее закрыл, то здесь он тоже заработает 50 тысяч рублей. Так вот, вложив только 2 тысячи, неактивный партнер заработает 12, 20, 50, 82 тысячи рублей. И на пороге седьмой матрицы команда и наставник с таким партнером попрощаются. В седьмую матрицу он не зайдет, если только не проявит свою инициативу и желание, не пригласит двух партнеров, не проведет их той же дорогой, которая провела его команда, и не будет готов зайти в седьмую матрицу по принципу «встал сам» и поставил сразу двух своих партнеров в правое и левое плечо. Вот здесь вот путь неактивного партнера заканчивается. Так вот, откуда же берутся деньги? Когда закрывается шестая матрица, начисление составляет 200 тысяч рублей. 50 снимает партнер, 150 система блокирует для входа в седьмую матрицу. Эти деньги снять 150 он не может. Он может только воспользоваться неактивный партнер ими, когда подготовит двух партнеров и зайдет в седьмую матрицу. Если он не подготовил этих партнеров и не вступил в седьмую матрицу, деньги остаются заблокированные в системе и идут на партнерское вознаграждение активным партнерам. Поэтому, посмотрев вот это видео, примите для себя решение, что вам более симпатизирует: быть активным партнером и пройти свой путь, внеся единожды 2000 рублей и пригласив двух партнеров в дорогу, дойти до 8 миллионов и заработать на собственное жилье или на реализацию своей мечты. Или же быть неактивным партнером и просто сидеть в чатах, наблюдать или ждать звонка от наставника, кто вам звонит и говорит: переходим в следующую матрицу, вот вам назначается имя родителя, встаем вот в это место в вашей матрице. Я активный партнер, мне интереснее быть активным партнером, потому что я знаю все фишки и секреты движение по стратегии. Знаю, что можно по этой дороге вести от 1 до 20 кабинетов. И если ваш кабинет всегда идет впереди, то с последующих кабинетов мы имеем право, активные партнеры, снимать чистыми 32, 70, 200, 600, 2 миллиона, 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов, 8 миллионов. Это все мы снимаем чистыми со 2, 3, 4, 5 и даже 20 кабинета. Но такое доступно только активным партнерам. Если понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал и желаю всем становиться активными партнерами.